Всех приветствую на моем канале. Мы сегодня поиграем в State of Decay 2. У нас вот первый стрим по нашей кампании на 100 дней выживания. Напоминаю, у нас сейчас идет 30-й день выживания. Наступил он в прошлом стриме. Сейчас будем потихоньку основываться на, ну, как бы так, слет тут, как говорится, дверь ногой открыли на новую карту. Providence Reach, я имею в виду, что именно переехали на следующую карту, полностью зачистив предыдущую, и теперь у нас там есть куча проблем. Нужно, опять же, дружить с новыми группами, да, там нужно искать ресурсы для содержания базы и выживших. Ну и как бы уничтожать планомерно сердца, потому что с каждым днем будет все сложнее это сделать, потому что толпы зомби будут все больше и больше расти. Ну и будем наслаждаться новой, так скажем, улучшенной графикой в игре. Как знаете, что с обновлением 29 здесь вышло куча всяких плюшечек. Ну, в том числе и поменяли угол обзора, что придало игре как бы такой новый вид. Каждый может по-своему ее воспринимать теперь, там чуть дальше, ближе делать. Ну, то есть, такое тема как бы на любителя. Вот, что у нас здесь? Вот, смотрите, 29, ну, 29 написано, на самом деле сейчас 30-й день. Сейчас зайду в свое сообщество, приглашу Серегу, мы также продолжаем играть вместе в прохождение 100 дней выживания. Ну, на 100-й день интересно посмотреть, что будет происходить. Да мне даже на 50-й будет интересно посмотреть день, как будет здесь, ух ты, как будет проходить здесь выживание у людей. Так, включим генератор, потому что без него у нас тут какаха полная. Мы обосновались в пожарной части на карте в Providence Reach. Сейчас надо проехаться, я думаю, забрать вот эти вот интересные скопления. И, наверное, все-таки ближайшее сердце грохнуть, потому что оно создает здесь кучу проблем. Посмотрим, как это сделать лучше. Сейчас перехожу в Discord к Сереге, и мы продолжим играть вместе. Так, а что такое? Что так долго? Крутится, что-то крутится. Да блин, что тут происходит? Так, погодите-ка. Так, я тут что-то не могу понять. Угу. Я тебя почему-то не вижу. Чего ты не видишь? Сетевую игру включу опять. Ну что-то... Сетевую игру нажимаю, ты там не это. Не вижу тебя в сетевой игре почему-то. Я сейчас не вижу, что ты мне что присылал. А я еще не присылал. Я же говорю, тебя почему-то не видно там. Вот, что у меня такой персонаж уставший? Не может что-то случилось. Да, так, вот. Есть друга, а там какой-то значок не твой вроде. Ну чем ты меня видишь? Ну, я нажал присоединиться. Да, написано, что... Блин, почему ты не обозначаешься у него? Странно. Брайан, Брайан, кто ты? Я брат Сэма. Сэм, поход и ближний бой. Непрокачанный ближний бой, да? Да ладно. Что? Опять я потерял. Тебя выкинуть? Да, блин, я не знаю, не могу. Я кого не возьму, я... Давай я выкину. Текстуру. Еще раз. О, вроде появился. Hey there. А где я появился? Ни хрена не пойму. Так. Что за музыка? О, так.
makes my heart warm to see people smiling on occasion. Что она говорит? Погодите-ка. Что там происходит? Я не знаю, что происходит у меня. Где толпа пришла? Так я говорю, музыка это заиграла страшная. У тебя на вышке, у тебя никого не выйдет. Ну, стоит, но это странно. Был, стоит, вроде. Что неудачно какая-то вышка. Ну, тут негде больше ставить. Да ее надо было вместо вот сюда вот ее надо было ставить. Вместо вот да. Этой. Так ну, это же большая ячейка, а у меня маленькая. Я не могу там поставить. К сожалению. Так, ну вроде все объекты улучшены. Так, а что тут у нас? Ладно, повысим выносливость. Ничего себе, выполнил все поручения. Так, надо как-то долутать это все дело. И отправляться на убийство сердец. Или сначала убить, наверное, сердца. Не надо сердца, а сердце, которое рядом. Поехали, съездим до него. Давай. Заберем все. У тебя машины какие-то разгромлены. Да нет, вроде. Я не знаю, что она такая. А, она забита все, блин. Антон Игнатьев, здорово. А эта игра онлайн, кросс-платформа есть тут? Да, есть кросс-платформа на Xbox. Игра, ну, не онлайн, она кооперативная. Нужно друг другу в гости ходить там, в сообщество. Так что, да. Она кроссплатформенная, как-то с нами, по-моему, даже играл какой-то парень с Xbox. Ну, то, что она кроссплатформенная с этого, неудивительно, конечно, с Xbox. Microsoft-овская игра все-таки. Так. Тут поворот направо. Или дальше? Серега. Намного дальше. Спасибо, лайк. Да, спасибо за лайкос. Ты ж поставил дорожку, да, которая вправо уходит. Be careful of plague zombies around here. Чумная вонь. Пойдем посмотрим, что он нам дает. Футболка какая-то. Ледоруб. Автомат. Что будем брать?
Вот этот продюсер, пистолет, по-моему, неплохой. Второй набор, который зимний. Пробовать можно убить бронированным зетом в ближнем бою. Спасибо за подписку, Антон. Так, есть что-то такое, что надо взять из задания? Вроде нет. Ну, давай тогда оружие, бить джаггернаутов штурмовым оружием. Ничего себе, блин. Есть что-нибудь интересное собрать? Патроны АК-47. Подорвать зомби. Дробаш такой с этого. С терминатора, по-моему. Что, возьмем? Подорвать? Ну, давай подорвем. Чтобы тут шуметь. Не, ну мы на какой-нибудь стажине сердца можем бомбу расставить. Нам бы патроны, вот этот калаш мне интересен. Ну давай патроны. На Изаак, когда он уходит в Марс. Давай возьмем патроны. Я взял патроны, где калаш. Я выполнял его, но я не помню, как он выглядит уже. Надеюсь, он не золотистый. Вот, давай, пока день. На базу сгоняем, затаримся. И там рядом прям сердце убьем. А подожди, что там за задание? Патроны для друзей. Да, ёлки-моталки. А тут патронов рядом же нет. Если из склада брать, там я там не помню, есть у меня там патроны. Надо в машину глянуть. Что эта группа мне дает, я уже не помню. Да, я в их сердцах не вижу патронов. Не, ну может там эти покупать игру будем патроны. Вот. Может, это дает тоже сбор. Я понял, каких-то сбор брал. Ты когда закидываешь, по-моему, в себе на склад. Может быть. А мне все равно закидывать. Патроны будем делать. Мне главное их найти. Может, у меня они есть, кстати, если черт его знает. Что это за... Бегает там, бегает. We got deadheads coming in. Everybody lock and load. Вот, блин. Джаггернаут пришел. Ну, закрыто. Там вышка бьет, нет? Стоят, блин, с пистолетами. Иди сюда. Дайте я вас заберу пистолеты, задолбали его с них стрелять уже. Блин. Они его бомбанули, по-моему. А, еще... Что, блин, нападение, что ли? Дикарь бежит. Нико IT, квест засчитывает любые сумки с патронами, пересеченный склад. Мы так и поняли. Да, блин. Еще один, что ли? Гнилой бы не взорвался, не бегите к нему, не бегите к нему. Да ну куда ты лезешь, баба? Посмотрю, что у меня с патронами.
последний у него в машине? Он 12 надо, да? Не одних. На складе 12. Ну давай поедем, сделаем этих. Со склада возьму, завезем им. Давай сердце зачистим. Что там опять битва? Опять же я на, да что такое? Отвали от нее. Задолбал. Давайте всего сюда. Блин, ушел бы ты оттуда, мужик. Я стоит его мутил. Что за фигня? Покоцал, но все в порядке. Ты тут? Серега? Да, да тут я. Ты не отвечаешь? Он тебя, может, выкинуло? Да. Давай, говорю, на сердце затаримся, съездим. Убьем одно сердце ближе к базе, чтобы до толпы не ходили. Они так красную дичь создают здесь. Да ёб твою, ну серьезно. Чё там? Да блин, ну что за... Проваливаюсь под те самые... Под текстуры постоянно. Когда переключаю персонаж. Так, машина с этим у меня. Тяжело. Так что вы так. Так, а я же хотел этим развести. Они там ждут еще, жители. Блин, у них метка твоя стоит. Блин, 13 фунт. Мне тут типа чуваки отжимают. Тут чуваки качаются. Отжимаются. Где у меня склад, блин, что-то не пойму. А, вот он, ты, блин. 6 патронов потерял, ну поехали, мы дадим. Сейчас будет, надо же вооружиться на сердце. Да, кстати. Ариш, ну виват, сегодня у нас спокойно. Сегодня, ну как, еще начало, только не знаю, спокойно, нет, что там будет дальше. Так, а все ли я взял, все ли я взял? Вроде все. Должно хватить. Это ручье у меня такое странное. Тяжелое, правда, 50 патронов. Одиночных выстрелов, видал? Есть у тебя такая хренотень? Слушай, ну видел, да, по-моему, что вы его на задание взяли. Называется... А, ну да, набор чемоданчик. Не только судного дня. Да, это у меня из этих, из алкашей, который... У вас тут бегает. Что, бездомные, что ли? Куда мы едем, я не помню. Чувакам патроны отдать. Оттуда уже на сердце. Заодно посмотрим, чем они торгуют. Вот здесь будет чумное сердце. Я пишу, что у нас спокойно. Украина, Винница. А, у вас спокойно? Хорошо.
Так, я правильно еду или нет? Сюда же, правильно? Тут нет дороги на нее прямой, тут объезд либо. Либо с этой стороны, либо дальше. А вот какая-то дорожка, да? Нет. Они где-то в закутке в каком-то живут. Странно, что у вас есть интернет. Это где-то просто удивительно. Я думал, сюда связь и коммуникации в первую очередь отрубаются. А так здорово, когда тихо. Где-то они здесь живут, да? Да, где-то здесь. Которые это, база у них там военная. Видимо, да. Да. А, блин, типа прибег. Да вы дай выйти, вот. Коллектор Хорн. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы не покупаете холодное оружие и огнестрельное оружие у торговца Алого Когтя в игре? Ну, не знаю. Холодное мне не нравится, которое они продают. Не, я беру у них клинок этот Алого Когтя из арматуры обычно. Ну, на смертельной зоне оно слишком ситуативное. Огнестрельное я покупаю, почему у меня там лежат. Ты потом нашел они, да? Да, они вот, я им отдал. Это мне понадобится, это тоже. Что за учебник? По медицине это, в принципе, не нужен. А всякие вот эти... Ну, другие приблуды Алого Когтя я не беру, что-то потому что, наверное, все-таки... Они имбовости добавляют. Хочется сложности немножко добавить в игру. У нас все работает, пишет Ариш. Да я понял, ты же общаешься с нами, поэтому понятно, что у вас все работает. Надо выйти на вот это, скопление, через него на сердце. Просто у многих паника, но я спокойный, говорит Ариш. Так, как нам отсюда выехать теперь, через эти горы? Куда? Да, ну, почти на дорогу выехал. Вот дорога. По ней по дороге прям? Я не знаю, куда мы, в обратную сторону ехать надо. А, нам назад? Ну да, если ты хочешь зачищать. Ну то сердце, где я поставил, да. Так ты поставил не сердце. Ну, скопление, сердце. А потом дальше сердце перед базой, которая. По этой дороге мы, короче, выйдем, да? Да, налево сейчас повернешь по дороге. А, ну все, понял. Пузатый ходит. Паника это такая вещь, которая... Блин. Никогда другом не бывает. А. Ну, к сожалению, это пишет... одно из наисильнейших чувств, которые могут быть вызваны в человеке. Особенно, когда вокруг много людей, это очень заразно. Так, паника вот и агрессия, вот два. Дальше, а, нет, тут. Ну, прикольно какое-то место. Кстати, ни в одной игре не реализована паника, как она есть. Ну, то есть я вот нереально не сидел такого и не чувствовал, что вот реально. Люблю атмосферные игры, но вот это чувство, оно в играх не передается, нигде не продумано. Хотя стоило бы. Так, Ника, я тебе пишу, что около базы жителей есть скрытый ящик в туннеле проверить. Ну, потом съездим еще, я думаю, не первый раз к ним едем. А все, скопления нет, зашибись. Поехали на сердце. Блин. Так хотелось, да? Так сердце, вот оно. Нет. О, поехали. Там толпа. Не, ну я подъеду, хоть на машину подкачу. Ну, можно на это залезть. Классно, что у нас тут есть где залезть. Эй,
блин. Как сражаться вам, ё-моё. Что? Они сбегаются. Прячься, если ты не подходи ко мне. Да что я в тебя попасть не могу? Отдыхаем. Так, я понял. Тебя, короче, кружит. Да, есть такое дело. Как ты меня задел-то? Что дура делаешь? Залезай наверх. А, блин, уроды. Блин, он их убегает туда. Ого, что так много вас? Да они отсюда побежали к тебе. Так, от меня к тебе пошли все. Я на сердце пошел. А что толку, я ножом буду проверять, что ли? Да, надо поменяться нам ролями. Надо взять ее, там взял кувалду. Я машину оставил. Сейчас я возьму. Дикарь это. Понял, за мной бежит, да? Не знаю. Ты как там? Да я его... Или второй есть. Не знаю, пока не видел. Ну, я одного убил, дверью забил его. Долбанный арбалет, хрен с него попасть. Я сердце попытаюсь побить пока. Дикарь пришел, ай-яй-яй. Так. Где он? Я здесь. Да. Где он? Ага, вот он стоит тут. Да ладно. А, блин. Ой. Я пока под действием. А, ты иди, тут что дура делаешь? Так, и гниляк где-то идет. Где гнилой это, блин? Убить сердце. Ты дикаря убил? Еще один. Да одного убил, еще один пришел. Надо уходить наверх. Где этот козел? Вот он. Так, есть. Злая Малдерка, привет, привет, злая Малдерка, просто прошу друзей не брать оружие в руки, пиштариш. Ну и правильно. Да, блин, ай, что уходи, уходи, уходи. Что там, не вы? Нет, сердце отдохнуло. Я туда полез, по-моему. Да, вылез я туда. Опять дикая. Да что ж у вас столько много? Да уйди, ты что творишь, тупая скотина? Да прыгай ты. Компонент надо подобрать, да. У меня тоже бывает запарка с этим делом. Давай их подожгу здесь внизу. Хоть отойди. Да, не горяй, избавиться. А вон он катается. Так, ему раз, все, надо еще два раза, да? Блин, это джиггернаут. Ну, лайк, да. Житель туннеля с лутом уже проверен. А, страйкер пишет, да? Я уже не помню, да, какой там мы туннель смотрели. Вот. Удачи и мира всем. Спасибо, Ярыч, вам тоже. Юля пишет, да мы же ты зайчик разозлился. Серега зал, да. Он, видишь, как этот его гонял. Где же?
Как-то надо от него избавиться и пойти сердце побить мне, наверное, да? Ну, я могу, у меня сейчас полностью. Я вылечен. Это тоже как бы в порядке, вроде. Так, подожди, но он же может сгореть, сейчас джиггернаут. Ой, джиггернаут, как это. Дикарь. Ох, как он по нему приложился, по этому дикарю. Может, он башку... Чтобы он еще урон получал вот эту. Он валяется там. Валялся. Убежал. Что, дикарь? Да, он в дом тут, на крыльцо побежал. А я вижу, он бегает. Башку снял ему. Броню, в смысле. Ты же гернаут бедный уже загорел. Что-то у меня... О, вот ты где. У нас там бесплатный солярий. Привет, друзья, пишет Алик нам. Привет, Алик. А что ж ты... Ух ты, задолбал уже. А, патроны кончились. Теперь надо с арбалета только. Попади в него с арбалета. Побежал к тебе. О, отлично. Сейчас я попробую туда сбегать в дом. Я сейчас сам бегу. Или ты бежишь? Бегу. Давай. Бегу. Эй, толстый. Тебя уже пострелу. Что-то там они к тебе пошли, по-моему. Я кину, может, сердце в окошко попаду. Этим коктейлем. А дикарь прибежал ко мне. Ой, там у тебя их много, Серег. Ох, ё, да. Давай я кину туда. Да, я сейчас тоже кину. А потом туда не войти. Блин, у меня одна осталась. Это. Кидалка. Огненная. Где он? Кто, дикарь? Не, у меня кончились вообще. Кто? Да. Я его потерял, пишет... выстрел. Вот он. Подо мной здесь бегает. Давай я побежал к той машине. Ладно. Беги, беги, ну, его. Ну и да, что он говорит. Останавливает арбалет. Можешь пойти побить пока сердце, слушай. Попробуй. А почему мне действует... Так, они к тебе сбегаются. Да, я думаю, они не дадут даже ударить его, потому что их тут столько. Так, дикарь у тебя, да? Не, я убил. Угу. Много дикарей прибегает. Нынче. Я попробую спросить ими. Блин, не дали кинуть мне, вот суки. Давайте я вас немножко отсюда выведу. Какие тропы знаю. Да пошел ты нафиг, ля. Мудачина. Наводи, я по своих избавился. Затаился, что когда там. Тянешь их на себя. Я тут бегаю от них по всему дому. Дикарь где-то. Сейчас прибежит к нам. Вот он. Здорово. Покричи. Побежал. К тебе побежал. Что у вас так много дикарей-то? Это много, да, уже прибегало? Я пошел еще раз ударю, пока есть варик. Надо было сидеть там. У меня почище будет. Все, убил. Отлично. Тогда к машине поедем отсюда. Так, а где дикарь? Дикаря нет. Давай их добьем. У меня 70 под арбалетный болтов. А что, убили? А, джиггернаут, блин, ладно, давай. Вернемся сюда с чем-нибудь тяжеленьким. Поехали. На метке беспорядки. Можно назад прям по этой дороге, Серег.
Через нее на базу вернемся. Там на в скоплении какие-то беспорядки. Вопросик. Только освободился, к тебе на стрим не успел. А, это Юля пишет. Олег, твои мысли по поводу Сереги, как думаешь, его съедят? Он постоянно куда-то бегает. Ставки делаете, да? Так, тут аккуратно скопление. Так. Сейчас я от тяжести избавлюсь. Я сейчас уберу твой молот куда-нибудь. Ты что-то пытаешься схватить? Так, мне нужна передышка. Дикарь. Привет. Еще один. Обалдеть. Пять, много. Че за фигня вообще? Тут сейчас беспорядки закончатся еще большими беспорядками. А потом кинуть бы туда что-нибудь. Двое, да? Хотя бы один остался, можно его ударить ногами. Ты убил? А, еще сзади, да. Вон, Серег, где багажник. У тебя справа. Ну, сам патрон остался, я голову не вижу. Так, это мы снял. Сейчас. Три патрона осталось. Снял. Так, этого снял тоже. Понеслось. Ой, блин, хотел обняться, но ладно. Да, блин. Да, блин, ну толпа гонится. Да, блин, встаньте от меня, мне лекарств нет, чтобы просто разбиться. Трон закончил. Что ж там за беспорядки такие? Так, тут крикон где-то есть. Прям тут и стоит, слышь. Добивай. Так, еще два зомби тут. Походу мы пришли на крупную вечеринку. Так, страйки кончились, беспорядки. Да, страйкеры. Так, Алик, это как на пит-стопе Формулы-1 обслуживающая команда. Всем привет, Данил. Данил, еще раз привет. Так, что такое-то? И где беспорядки, дети? Где-то еще один, не знаю. Побегаю по дому еще. Опять, наверное, на крыше где-то забаговался. Может, где-то стоит даже. Но я не слышу его дыхания. Бродячий торговец. Где? Так, один остался, да? Да, его нет нигде. А, вот, тут слышу его где-то. Подожди, но это не может быть он. В машине что-то есть. Ну, так и есть, это не он. Давай тебя убью, может быть, это ты. Нет, тоже не он. Ну где ты? Ты дом проверил полностью? Ты нашел его? Я пытаюсь в него попасть, что-то не могу превышение взять нормально, ладно. Нет, я не нашел, я не знаю где, кто тут, что. Я не. И он не шумит, вот в чем дело, так бы мы хотя бы что-то с ним сделали. Так. Подожди. А, все, он исчез. Бродячий торговец появился у нас недалеко от базы. Я не знаю, у меня нет. Возможно. То есть у меня нет. Ладно, что тогда? Поехали на базу. Странно, баг. Вот они бы лучше баги бы исправили там. Наряду с улучшениями визуальной части. Дикаря привел своим, да? Вот он. Как
хотел ударить. В прыжке ногами, в итоге ногами он начал пинать на земле. Что за тип такой? Может еще и побегать тут. Морет постоянно. Так, а мы что, поедем джиггернаута убивать? Так, у меня кончились вакцины. Ну, сейчас, кстати, создам партийку. Давай, скидываю тут. Арбалет, так. Я думал, надо что-то взять помощнее. А что у нас за пресс? А ферма не работает нифига. Сейчас работает. Что, ферма дает у нас плюс 7,5 еды в день. I don't think so. А он пост плюс 6. Итого плюс 13,5 еды в день. Мне еды мало. И это плохо. Надо полазить тут, полутаться, а то еды маловато. Кто у нас интеллектуал маленький? Брайан, давай Брайан сходит, что? Образцов чумы нет, что ли, или что? Я почему-то излечить его не мог сейчас. Я что, все образцы потратил? Не знаю. О, дела. Не. Да ну нафиг. Я? Реально, прикинь, нет. Даешь. Интересненько. Вот это интересно вообще, такой так, первый раз. Блин. Как разделить? R там. Сколько раз я должен нажать на R? А я этот, как его делал? Ну, пишет Добрый Ночь. Привет, Нуну. Привет. Юля пишет, Серегу не могут съесть Алика. Если сидят, то значит так задумано. Если он сам не позволит, да? Тебя съесть так. Слушай, у тебя вот этот товарищ, ну, в порядке? Посмотрю. Что-то он выглядит не очень. Да не, все в порядке. Там есть заражения, но они такие нормальные. Может, добить его? Зачем? Может, добить его? Мне жалость, постою поводу. Сейчас, сек. Да, залезу куда-нибудь сейчас. Быстренько на... Вот, 30 минут отойду. Ой, 30 минут. 30 секунд сейчас.
Майки здесь. Нифига, тут уже потемнеть успело. Джаз, ку семья фоном. Привет, Джаз, спасибо. Давай подлутаемся вот там. Сейчас покажу, где. А то мы тут ходим вокруг и, блин. Еда, короче, нужна мне наделать энергетиков. Да и пока без второго поста с едой тяжеловато, без еды. Но его хочу занять где-нибудь в городе. О, там джиггернаун. Так, погоди, я кто? Марафон, стойкость. У меня дубина в руках, зашибись. Там джиггернаут, короче, ходит. И три гнилых. Джиггернаут, ой, дикарь, Серёг. У тебя есть чем ударить? Фига, он дубиной по башке дал. Марафон прокачал на полностью. Обойдем его, этого джиггернаута, сзади. У меня один патрон остался. Чего именно? Дробаш. Дробаш на патронов нет? Нет, я имею в виду с собой. Вот сарайчик тут. Какой день, кстати? 30-й был. Вроде как еще 30-й идет. 30-й ночью. Еще ни календарик не перелистывался. Поздравительная открытка. На лицевой стороне открытка со слоном. Подпись на левой стороне. Разве я забуду о твоем дне рождения? Да ни за что. Надпись внутри от руки. Гейл. Я в жизни больше так не облажаюсь. Никогда больше не забуду. Все равно забыла. Вот они все. Не видят нас? Конечно. Да, вот же ж видят, походу. У него башки нет, как он двигается? Откуда ну, блин, стучат? Зашибись. Что там? Чё, без головы бегать? Так, мне, не знаю, мне кажется, надо уходить. Джиггернаут пришел. Грёбаный мудак. Призовет сейчас всякое говно. Давай, блин. Ну чё, они открываются? Чё за фигня? Мы в ловушке. Так, Андрюх, как дела? Бью их тут. Дальше. Это же придурок, все равно сюда зайдет. Сегодня закрыто здесь лавка. Нечего сюда ломиться. Быстро сейчас найду еду. Не нашел. Винтик и один ящик. Все, нашел, можно уходить. Быстрый поиск получился. Отвали ты от меня. Лен, забор пузом сломал. Бежал за мной голодная сволочь. И бежишь там, да? Так, надо на ту сторону теперь сходить. И починить свою биту. Все, как на базе, когда свет есть. Что тут можно разобрать?
Возьму-ка ледоруб. Как он рубит, вообще интересно. Ну, за обычные ножи идут эти. Неплохой этот. По 8 штук дают. Фига, мачете катана мощная. Стоит делать их сейчас. Посмотрю быстро. Две еды и одна химикат. Это не так много. Так, следующее здание, которое у меня не залутано, это вот это. И дальше возле аванпоста с медикаментами. В принципе, можно и не возвращаться, пока на базу там все перекидывать. Значит, тут не мешки. Ого! И этих там. Дикарь где-то дарит. Где-то еще один. Блин, мне кажется, надо пожить, пока не пройдут, потому что они услышат. Как я тут... сюда. Они к нам ползут, Андрюх. Они не обойдут нас. Блин, тогда я обыскиваю, убегаем. Ты окружен. Андрюх, пришел дикарь. Понял. Нафиг. Ах ты ж тварина. Смотри. Нам надо менять стратегию. Ну вообще? Да. Блин, что происходит? Так, это дикаря не пробежал. Посты сколько их? Да. Я побежал на базу за минами. Давай. Гранатами там. Сейчас посмотрю, что мне тут. А, в принципе, нам следующее будет это. Вот это здание тоже с едой. Пойду я тоже с тобой схожу туда. Возьму все, зачем? Что нужно. Оставайся там. Ну они сейчас разбегутся же. А, ты хочешь толпу эту завалить? Блин, уйди ты нафиг отсюда. Да что ты будешь делать, а? Со своим этим багом не залазить когда. Да не его ты бей. Во, наконец-то. Фу, блин. Опять он не залазил, короче. Много их там? Да так, как бы, возле машины вот этой, что перед трейлером, которая трейлер везла, вот там много их. Фига, как кувыркается, как ниндзя. Фейерверк, я так понял, да? Они так и стоят как-то. Ой, блин, куда я слез? Назад. Нас не скинет? Я не знаю, насколько она мощная. Все 4 бы, наверное, скинула. Да не, не скинула. Сейчас попробуем все 4.
И надо пробежаться, надо их немножко в одно место заманить. Вот туда, где машина, там узкий проход. Ты бомбу ставил. Вот это С4 сейчас. Да там бы джиггернаута на нее наткнуть. Я вот не могу понять. Вот. Вон она стоит, видишь? Так. Ну, чтобы именно он наступил, видишь? Да, да. Кашка надо подрывать. Не, стоит. Нет. Подрывай. Ух, нихера. Ему в стекло. Кстати, хорошо, прям в спину попал. Ну, тяжелая эта С4. Так, ну они вроде все сбежались, больше никого нет. На тебя бежит. Я все, нет, нет. Ну, вот одна я поставил ее там. Он что-то не побежал дальше. А, о, все. А что за мина была? С4. Что вы издеваетесь? За тобой бегать надо. Так, надо подхилиться. А где моя? А, нет, у меня какие хилы? Каких? А, никаких? Никаких, так. Вот я скинул. Да, блин, ну ты можешь пройти просто тупо. Нет, там надо как-то подгадать момент. Они, нет, они... Не реагируют на свистульку. Сейчас пошел на базу. Подхибиться надо. Так, надо гранат найти, да? У меня, по-моему, нет гранат. У меня есть противопехотные мины, вот они, кстати, его рубали сильно. А они не набегают на эти мины. Не, я что-то бегал, за мной бежали. Если незаметно подойти и прям... Толпу надо ставить и тут же уходить, потому что любой, кто наступит... Ну, конечно, капец. Так. Так, что мне с едой? А, вот увеличить урожай надо было. Так, и... Все остальное в порядке. Нам надо до того пункта дойти, который дальше. У меня 3 заряда С4 есть. Идти, короче, искать еду на желтую метку. Пойдем. Так, у меня получается интеллект не прокачан, марафон стойкость. Блин, ну мне надо этих... По сути, этот марафон сбрасывать, он мне не нужен вообще здесь. Ледорубом тут бошки сношу. Ты что там респанулся? Где я? Персонажа, что ли? Беги на базу. А где я? Куда я бегу? На базу беги. На меня беги. Фига себе народу. Ага, и на базу приведем. Блин, я не знаю, базу надо что-то. Надо, блин, надо у них оружие позабирать дополнительно, с него лупят почему-то. Дикарь, ай-яй, ладно. Так.
Да стопанный зомби, блин. Кусает меня, у меня того, как хочу этого дикаря добить. Да. Так. Что ты взял персонажа? Да взял, а что делать-то? Вот не знаю, как лутаться, блин. Там на самом пост надо, до него надо идти. Пам-пам-пам. Мне кажется, сердца сейчас проще бить, чем лутаться. Ночью? Да хоть днюху тут ночь не привязана. Ночь не привязана к количеству замков. Потому что днем виднее как-то все. Не, можно пойти побить, там есть городок недалеко, где можно основать аванпост с едой, чтобы забыть уже о потребностях еды. Там сердца по три надо убить. Блин. В смысле? А. Электричество выключилось на базе. Я у тебя, он добивает. Прикольно. Че? А вот этого я не знал. Что? Когда у меня марафон до конца прокачан, я могу двигаться в режиме скрытности, не теряя выносливости. Прикольно. Ну, то есть ты налегке? Да. Ну, я помню такую тему. Очень эргономичный этот, как его называют, ледовый. Ой, ёлки, промазал. Где кто-то стучится там. А он пост еду, ага. Скал ящики, нет ничего. Семена. Мешок с едой. Дальше. Аж три, нифига себе. Снуи пишет: привет, привет, Снуи. Привет. Привет. Елки-мотоки. Привет. О, экипировка для армии и флота, фига себе. Че, одежку нашел? Нет, магазин. Там же патроны. Магазин? Быть. Ну да. Это там где-то метку поставил? Угу. Так, надо идти выкидывать. Для ветерана. Дюран, нужна помощь. Ни хрена тут нет. Ну да, он у меня никакой, ну не это обозначен, что он пуст. Кому тут нужна помощь? Какому-то типу. Что-то тут я видел где-то, ага. Мне показалось, ладно.
Где же вы находитесь, зомби? Ой, елки-моталки. Ну, в принципе, не так далеко. Там за сердцем надо съездить. Посмотреть, что у него выпало. Разобрать его все. Ни одного, говорит, зомби рядом нет. Еще чуть-чуть, и у меня прокачается вон интеллект, который я... Зомби-ветераны. Да, что им надо? Ничего. А, зажали в уголах. Там время не идет случайно? Отправляйтесь туда, где зажали в угол зомби-ветеранов. Ничего, там лично. Цель лично. Че? Точно. Ёбаный баба, 5 ящиков в маленькой комнатушке. Что же за жила такая золотая? И шо, о, круто. Ты тут все лутал, да, уже? Где я? Или не? Твоих ящиков не вижу. Пометили оружие алого когтя двумя литерами РТ. Чего? Теперь можно найти по принадлежности оружия. Это я знаю, да. К наборам. Под литерами. Так, я на базу, и можно ехать. А куда мы поедем, зачем? Помогать зомби-ветеранам. Новая группа, наверное. Надо будет с людьми биться, да? Я не знаю. Их зажали в угол, но не обязательно люди могут зомби зажать. Одну аптечку возьму. Ой. Ой, ой, ой. Да что ж такое-то, блин. Застрял тут. Пойду выгружусь. Смени персонажа вперед. Надо забрать, что там в сердце есть. И кто же у нас поедет к зомби-ветеранам? Кто еще не сильно прокачанный? Так, Брайан, давай ты поедешь. Он есть, тут ты, блин. Мясничок тут у нас. Ну все, вроде. Ты аптечку в руки взял? Не, машину положу. А, блин, я думал, это моя, и выкинул обратно. Сейчас соберу.
Возьми одну аптечку, а то я не могу взять. Возьми эти аптечки себе и одну себе закинь. А то у меня по две берет. Че, поехали к ним съездим. Так, бензин надо, да? Заправить. Что с ними? Кто их там зажал? В какой угол? Может, не в угол просто. Зажали чуваков. В этом сердце у нас здоров. Блин, я кашлю, блин. Чего вы мне? Будь здоров. А, ты кашляешь? Так непонятно, что ты кашлянул или чихнул. Зомби-ветераны где вы? А, фиг знает где, короче, понятно. Проще поехать на, налево, потом направо повернуть. Эй, толстый. Better not screw around here if I want to avoid blood plague. Вот толстый поворот. Вот это, да? Ты елки, блин. Гани, блин, живут. I did not want to know what makes plague territory smell this bad. Что это такое? Что ты орешь? Что с тобой? Ты че? Что сел? Лупит. Ты вообще кто такой? Его не слышит. Патроны у него есть, патроны есть. Ну, ты видишь, патроны, задание с патронами. Я хочу зачистить скопление, говорит. Пошли. If we get any more Zeds moving in around here, we might want to move out. Где это скопление? Поехали. Неподалеку. Нифига ты, блин, неподалекий. Ну, в принципе, надо по пути на базу. Он вылетел так интересно. Он прям близко подъехал к скоплению. Не селся рядом. Ты что так въехал-то у него? Я фарами посветил. Ладно, давай этого типа снимем. Здорово, братва. Я вылетел. Ты меня слышишь? Да. О, ты скин перелаз. Походу у тебя проблемы с интернетом были. Не знаю. When we don't store our supplies appropriately, shit gets broken. Пришло? Нет. Угу.
Hey, careful. We got a freak over here. Ну, где остались эти зомби? Странно. Так, тебе что-то пришло, не пришло? Пытаюсь присоединиться. Не. Feral, stay alert. Дикарь? Отлично. Не могу. Да блин. Так, отвалили от меня. Some business. Sounds good. Want something? Ну и чё, я уничтожил скопление, дальше чё? А, три зомби осталось. Блин. Эти не приходят, да, ничего? Я кидаю эти сообщения, эти приглашения. Too many infestations in this neighborhood. А, все, нет? Нет. Или да. Блин, что-то он вообще теперь не могу с ним контактировать. Что за бред? Они все бегут и бегут. Так, двоих убили, еще один, да? Мать, а ну где вы все? А тут еще сердце, елки. Я не вижу тут больше зомбарей, короче. Она. Сейчас я довезу его до базы и там перезайду, блин, тут что-то не пойму, что я не могу на него ничего ему сказать. А куда я еду вообще? Есть база, все и знаете где. Нападение зомби на базу.
луна страшная, мрачная. Я чуть не лека не снес. Она у меня это находит. Да, у меня вроде не прерывался. Но трансляция тоже бы прервалась. На секунд несколько. Кратковременно какая-то. Да. Ага, но дикаря сбился тут. Я уже на базе. Это он двое. I guess I'm empty. Так, ну этого сожрали, короче, дюрана моего. Let's burn these motherfuckers down. Дикарь его забил. Christ, let it be over. No way we can keep this up. Так, а Данил, так, ладно, давайте удачи, пока. Давай, пока, Данил. Антон Игнатьев, а разница, сколько дней сложность меняется? Конечно, меняется. Сложность меняется от двух факторов. Количество, ну там есть факторы, конечно, которые можно запустить, там скопление, все дела. От количества героев в сообществе меняется сложность. И от количества дней выживания. Скажи, дней выживания зомби все больше будет. Все больше, 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 больше. Мы хотим как раз проверить, что... Здесь же ачивка на 100 дней выживания просто. И проверить, что будет на 100 дне. Так, у меня тут 30 секунд остается, или 40, 40, 50. Все, сейчас. Ой-ой-ой, что ты делаешь, гад? Их всех развалили. Hold the line. We can do this. No time to celebrate. Есть. Gotta get back to work. Там же в описании игры написано, что пока у тебя там все и на одной эти новички, короче, на базе одно. Когда только становятся героями, уже начинаются серьезные заварушки. Сейчас прислал тебе сообщение. День. А мы же хотели на сердце проверить, что там в нем. Ты перезашел или нет? Да, перезашел, тебе скинул прилос. Нифига не могу зайти. Я тоже выходил. Давай перезайду полностью вообще. Игру выключу.
Какой-то фигню он пишется. Он запускается или нет? А, все, пошло. Time we stepped up and made a difference in this world. And I think I have a plan to do just that. А ну сейчас я тебе скину. Так, осталось одно здание. Важное здесь. И можно ехать на сердце. Какое сердце? Четыре сердца, ничего себе. Как раз там скопление. Да, вот там надо ставить аванпост. Блин, он под четырьмя сердцами аж. Причем два из них мы не видим. Угу. Так, надо вот туда сгонять и забрать, что там есть. Что-то торговцы эти таинственные бродячие не приходят. Ну один был, не зашел. Мне навыки надо подбрасывать. Марафоны всякие стоят. У меня один игрок всего с мощью остался. Марапуко. О, кто-то домина. Да елки, блин, что я творю? Твой ящик тоже есть. Два ящика твоих. Well, what do we have here? Ну, тут спокойно. Ходит, конечно, но не так, что прям. Yeah, no more deadheads here. Он все-таки забежал, да. Все-таки ему интересно стало. Таинственный радиосигнал. У меня же 9 человек. Почему ко мне никто не хочет присоединяться? Не пойму. Блин. Что такое?
Командная такая карта. Я понес вечно. Вон, послушай, кто тут ты тип? Это ему нужна помощь? Ты кто такой? Кому там нужна обитатели. Помощь? У них есть медикаменты, стройматериалы. Надо что-нибудь из этого. Пенсионал недалеко. Где ты там кого нашел? Там вообще группа не обозначена мне. Да тут человек стоит с группой Адвитальти. Его, наверное, найти надо. Может быть, кстати. Давай поторгуемся с ним. Тебе обитатели ничего не хотят? Нет. Кто такие обитатели? Нет. Ничего никто не хочет. Да, вижу, вон чувак стоит. Ё-моё, где ты? Are you up for some trading? Yeah, sure. У него дробаш, нифига себе. Ай, help me. А что у него? Hello. What a trade? Yeah. Да, материалы. Иди сюда, тварь. Материалов у него в избытке. Я несу назад лут, и надо, конечно, ради финала смотаться. Понеслось, да? Козлина, еще и зашел ко мне на базу. Штабелями тут ложат. Отдыхаем. Так, еду я поместил. Давай на радиосигнал скатаемся, что это за типы такие. Просто да, это задание какое-то с тем связанное. А мы его просто случайно нашли там. Блин, машина вся дымится. Это же дорога, да, к ним? А это уже хорошо. Что? Если у меня в их руках не тяжелое оружие, я могу приятель ударить. Пошел навстречу. Да, если не тяжелое, я же специально беру ближний бой с мощью. Мой приятель пошел навстречу с торговцем вещей. Ты можешь его найти? Да, пусть сам убирается. А, у него... Да, это он. У него те же предметы для торговли. Возьму у него этот материал и мешок. Та же самая группа. Да, принять задание. Ищите Стенлоу в экипировке для армии флота. Арло. Не понял, где? Ну там же, где мы виделись с тобой. Да нет. Что? Где сердце? Какое? Которое мы зачистили. А, сердце вот там. А на нем стоит. Типа найти оружейную комнату. Чуть выше над базой белая. Будет тут всякие
Видончик открывается. Туманный такой. А я уже с тобой здоровался. Нужно дочитать до грузобазы, а мне не здоровится, еле иду, проводишь. Пошли. Новый выживший. Продолжить разговор. Да ты задолбал. Что такое разговорчивый? Приближается зомби, это средство утешения кровавой чумы, но если... Что я сделал? Ну давай. Пошли отсюда, чувак. Зомби будут приближаться. Shake the damn thing off. Надо робокатора мы потом используем. Для каких-нибудь других дел. Кстати, можно... Мочка сзади подцепилась. Можно на те сердца, где скопление их, 4 штуки тогда использовать. Одним-два сразу убить адороблокатором. Да, сразу 2 сердца взять. Ты на одном, я на другом спецоперацию провести. Нифига он их пинает. Ты что за тип ты? Я возьму еще, я возьму станцию очистки. Станция очистки у меня есть, давай возьму еще 3. Давай, что? Мне только за это. Только они не нужны, сейчас я Сереге скину. Вот, возьми. У меня там на базе есть. Так, а что у них? Они просто исчезли, это или это группа? Просто исчезли, да? Не вижу, что это группа. Что, не пойму, и что? Он толкает на его. Он падает. Я, когда прокачиваешь дальше, она, получается, толкает, вот сразу падает с одного толчка, и ты тут же его добиваешь на Е, лежать его ножом. Быстро очень, кстати, происходит. С ловкостью, если, то она с ноги бьет, зомби падает, и тут же набрасываешься с ножом. По крайней мере, я так это использовал. Для сердца надо взять хорошего чувачков. Машина готова. Надо то сердце бы забрать, да? Или потом уже забрать то. Так, кто же у меня очень мощный? Ну, Рабуку я тебя пока поберегу. Для дальнейших свершений. От кого-то надо взять фехтовальщик с марафоном. Не алё вообще. Марафон стойкость. Наверное, все-таки... Ближнебой поход. Вот этого, наверное, опять Сэма возьму. Он что-то мне в тот раз понравился. Я не понял, что ты сейчас хочешь делать? Сердце лупануть. Вот это место. Покажу. Здоров. Так, вот это место. Еще раз будь здоров. Еда. Вот
оно храняется 4 сердцами. Там можно 2 убить сразу. Можно взять 2 машины. 2 удара блокатора. Или по 2 удара блокатора. Может, еще получится что-то сделать. Заколбасить эти сердца просто по-быстрому. Ты хочешь сейчас чуть, я не понимаю, какие сердца? Вот это одно или вот эти 2? Они, да, на 2 машинах 2, которые рядом. Одно чуть дальше. Зачем 2 машины? Ну, потому что они далековато друг от друга. Ну, то один успеешь, или я один успею под блокатором это сделать. Ну, можно и так. Можно зачем забрать 2? Еще. Зачем 2 блокатора тратить, если мы там... Ну, вдруг еще получится, если быстро получится, второй, еще 2, которые охраняют. Я возьму одноблокатор на всякий случай. Ты будешь первые 2 бить, а вторые ты будешь подраненный, наверное. Пойди попробуем сейчас. Так, вот еще я беру. Я 2 одноблокатора все равно возьму. Так, возьму вот это. Нужно взять запасное оружие. Дисней пишет: приветик, привет, Дисней. А Страйкер пишет: Серега, хэштег не болей. Серега, не болей. Спасибо. Так. А, зажигалки, о. Надо зажигалок взять. Хотя бы 4. И доп. Оружие, которое сможет их лупить всех. Да, у меня зажигало, только зажигательные гранаты остались. А, зажигалки, блин, у них тоже почти нет. У меня есть термитные. Ну это как по мухе за гранатомета бить. Мне кажется, термитные еще пригодятся. Когда горючих смесей скину. Бензин нужен. Нужен. Возьми пока вот эти, я сейчас гляну, в багажнике есть бенз? Вот в этой большой машине. Да, один есть. 4 единицы топлива. У меня всего 5, было 9. Сейчас посмотрим, сколько я сделаю. Да что ты будешь пустять? А нам что надо? Нужнее коктейль молотого или сделать зажигательную смесь? Мне кажется, зажигательная смесь лучше. Ну, помощнее. И разница только в том, что там чуть-чуть больше каких-то других ингредиентов левых надо. Ну, детали чуть больше. Давай их сделаем, наверное, горючей смесь не больше. Она как-то поэффективнее. Ну, получилось у нас их 9. Ну, хватит, да, я себе скинул. Потом еще бензо наберем и будем что-то думать. То можно ехать. А, можно, блин. А молот, блин. Не взял. Я же ближним боем иду. Так, все, оружие починил. Сэм поедет на дело. Поехали сюда, бегут. Уже интересные всякие. Так, останавливаемся, значит, перед вот этим сердцем, да? Так, ты его будешь бить? Я на то поеду? Или как? Ну, не знаю. Я потом... Или давай я останусь, да, а нет, туда поедешь. Нет, оставайся. Вот добьем, сразу поедем на следующее. Прямо сразу. Вдвоем? Да. Просто давай. Бить будет один, а второй на подстраховке там в машине. О, блин, что ты будешь делать? Как-то это не вывернуто. Так. Там на большой дороге, да, поворот? Тоже интересно, надо обыскать. Вот. А вот, блин, кстати, заправка. Ну, пускай будет пока. Вдруг вот так что случится, она будет срочно заправиться. Пойди заново. Лё, как он быстрый? Отвали. Тут городок с учебниками, с классными, в котором мы едем. Ну, можно, на чём машине лежит.
какой. А, он рай. Ну, поехали, да. Что-то да, надо смотреть потихоньку. Так, кто пойдет? Давай, я пойду. Все, я принял. This place is hotter than a damn sauna. Так, заметил меня дикарь. Ай-яй-яй. Отвали от меня, козел. Ну, убегай на меня. Задолбал, на. Так, попробую еще раз побить. Бро, надо было тише мне вести, я бы начал там дергать. Так, они опять меня не видят. Идем дальше. Блин, слишком много. Не мерцает? Сейчас. Нет, еще, я думаю, хватит. Как раз нам перелом. Есть. Все, машина бегет. Я жду тебя внутри. Бегу. Еще даже это действует. Здесь должен быть еще два сердца, которые рваются. Так, у меня еще действует. Давай меня. Пошел я. Дикарь здесь. Тебе мешает? Но я тебя не вижу. Я убью. Так, есть пока. Жду. Федор Аблокатор действует. Дальше бьем. Второй раз вдохнул, Артем. Дикарь где-то. Замыкаешь? Дикарь где-то, где? А, к тебе побежал, ага. Сейчас я добью сердце уже все. Беги, садись в машину. Я бегу к тебе. В машину. Кто-то побежал. Я в спальне машину взорвал. Здесь не видел. Тебя он мигает уже? Я все. Мигает? Нет, блокатор? Нет, нет. Езжай направо, да. Направо. Да я хочу сбросить его. Вот, все. Да, блин. Так, нам надо осмотреться, да? Блин, ну разворачивайся. Почему у меня сердце? Почему там стоит метка? А твоя метка. Разворачивайся быстро. Зачем? Не туда едем. Нам надо вышку какую-нибудь.
увидеть два сердца, которые закрывают эту зону. Езжай, на повороте налево повернешь. А, я понял. Большая которая, что ли? Налево. И что стоп, тут? Стоп, 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 вот тут сердце есть, можно бить. Мне мигает уже. Давай, иди, начинай бить. Потом махнемся на сторону. Ой, блин, укусили, суки. Пока не заметили. Походу все, да? Да блин, дай отвалить от меня, дайте мне до машины добраться. Сейчас я вылечу. Так, что, я пошел туда? Давай. Тогда планирую следующее сердце. Так, я не знаю, какой из них действует на этот ванпост. Да. Оно действует. Так, еще, получается, два сердца его защищают. Ты что, раздолбал сердце? Первый раз вдохнул. Ага. Дальше. Там много. Так, где же еще сердце-то есть? Ну вот это. Надо на большую вышку залезть, я думаю, его найдем. Таинственный бродячий торговец, ничего себе. Это не тот. Так, будь готов. Почему? Уезжать? Да. Ходим. Давай на вышку проедем, сейчас посмотрим, где это сердце. Да блин, здесь вот сразу ехать. Так я не вижу, где, какое сердце контролирует его. Будет на той стороне реки, скорее всего. There's just no securing a place this close to a plague heart. Полез, наверное, да. Смотрю, привидно встречу. С высоты птичьего полета. Фига лезть. Ну, по-моему, скорее всего, вот это, если... Не-не, на него же наводишь на здание, он написан, они горят. Ничего не горит. Где-то еще есть. Что, блин? Сейчас я на самую большую вышку залезу, она здесь все покажет. Уже быстрее, залез. Блин, знал бы, что тот самый был сначала на вышку, а потом еще идет время. Какое? Какое? Дар облокатора, какое? Какое-нибудь сердце надо было бить тогда. Вот оно. Где, которая через дорогу? Ну, я отметил, я так понимаю, вот это, скорее всего. Оно единственное близко стоит. Оно должно... Ты наведи на то здание, которое с аванпостом. Знаешь, не знаю, какое здание ты хочешь захватить. Просто по тем сердцам, что мы уничтожали, оно... Да, вот это, вот это, да, оно. Мне кажется, я уже не успеваю. Если что, я побью. Не мигает еще? Еще нет, но уже сколько времени потеряно. Не, ну я тут долго же два сердца бил. Поехали. Это серьезно. Туда, правильно? Ну, так, правильно. Подожди. Направо, да. Направо. И на повороте на Т-образном налево, на большом таком. На этом. Проехал. Да, блин. Это Т-образный перекресток такой. Да.
Т-образно, это когда мне ехать некуда. Нет, Т-образно, это буква Т, вот она. Просто сказал, на следующем налево. Там был еще один. Тоже Т-образно, только узенький, а это большой. Так, давай. Все мигает. Ну, я тогда заряжаюсь. Ну зачем заряжаться? Если мы сердце больше бить не будем, никакое, то вот этим закончим. Зачем заряжаться? То, что тут может дичь произойти какая-нибудь. Вот почему. Я последний сейчас использовал. Этот, как он называет. Энергетик. Все, у меня нет больше. Пошел это добить его. Я ушел. Не пойму, где это сет. Да блин. Задолбали здесь лазить. Ну что, у меня там толпы ходят. Вот как вы задолбали. Сдохли все. А, я его подпалил неплохо так. We should see a lot fewer plague zombies around here now. Так, я тут обыскал все. Что там за звуки? Джиггернаут идет? Я не вижу никого. Now go for the head. Ой, сука, а? Ешь меня. Поехали, там аванпост займем. Я там что-то не забрал. Ты еще. Куда бежишь? Кстати, у меня еще есть адаровокатор. Можно еще одно сердце забить, есть где-нибудь? Садись в машину. А, машина где? А, вон она. Я бегу тоже к машине. Да ты можешь сесть за руль, ну. Но... Да сяду я за руль, что ты паникуешь? У меня не осталось до заражения, один раз плюнул. Нас же никто не кусает. Куда мы едем, покажи. Не знаю, куда мы едем. Я не знаю план. Мой план... Мы от него отказались. На базу, наверное. Зачем? В смысле, ты перца менять? Давай аванпост займем тоже здесь. Там персонажа поменять можешь. А, мы здесь не поменяем, да? Это все равно будет долго, ни хрена мы не успеем. Давай. Ставь поехали, на базу мир. Да и там закончим на сегодня. Блин, надо бы собрать сердец. Все, вот сердце. Вот сердце справа разбитое. Я знаю. Что, не надо ничего из него брать? Чтобы брать, нужно делать аванпост, Серег. У меня аванпост, по-моему, проехали уже. Ну, погоди-ка. У меня 4 ячейки свободные. У меня нету, я тут сердце наполовину разобрал. У меня одна свободная только. Две свободных есть. Три. А ну-ка, ладно, посмотрим, что. Возьми, что там на плечи.
меня просто медикаменты на плечах. Материалы. Короче, тут всякие штучки, пендрички. Так. Чё, сколько там осталось? Пригласил, смотрю, чего осталось. Одна ячейка. Сейчас заберу туда. Потом это все. Здесь в закусочном пост делать, где сердце. Да я не здесь хочу, а там. Там много населенных, ну, домов ближайших. А тут на шибе стоит. Смысл с него. Да. Бензом, конечно, напряг. Вон слева это есть. Заправка. Или ты заправил уже? Я заправил, там уже лежал один. Так, все, база. Это нам сейчас назад. Направо, да? Я не знаю, надо посмотреть вот тут, вот в этом месте, если свернуть налево, можно проскочить там будет или нет? Езжай, что стоишь? В каком месте? А, вот там. Вот тут, наверное. Ну тут свози, вот тут съезжай налево. Ну, можно, по-моему, я ездил понад рекой там. Дойдем, конечно. Заброшенный бензовоз стоит. Угу. Это я на сердце поставил просто. Как перевалочный пункт. Давай отсюда потом заберем все уже. Оно выгрузится, там мест нет. Бродячий торговец, а, таинственный торговец. Блин, он же таинственный появился, ее помотал. Посмотреть, что у него есть вообще. Может, что-то важное. О. Что, сожжешь машину, нет? Не знаю. Так. Можно, можно, можно так. Тип. Hey, sexy. Далеко этот торговец? Таинственный бродячий. О, там, да? Что это такое? Что за пара? Стрельба там понеслась опять. Сейчас затарюсь всякой фигней. Found a place like this. I'm not doing that. Проедешь, блин. А, подожди, ты если на бронящик как раз таки есть, тут он нужен. Это редкими навыками. Таинственного бродячего может заброс навыков в учебнике быть.
Блин, заносит так. I better watch out for plague zombies. If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Не то один, да? Get your ass out here. They ain't here. You here, kid? Нет у тебя, да? They ain't here. В третьем месте, блин. Нашел себе хату, блин. И подъедешь к ней. Ну, что ты кусаешь меня, козлина? Сейчас попродаем ему все это. Trade. Sure, sounds good. You ready to do this? Of course. Так, мне 4000, что можно взять? У нее, короче, есть по физподготовке, это то, что мне надо, да? Don't mind if I do. Тебе нужен по физподготовке учебник? Не знаю, у меня одного только есть. Мож. Так. Одного по марафону, одного ловкость. Ну хотя бы одного сброшу сейчас. Есть сила еще, и этот, и психологическая подготовка. Если кому надо. И у нее есть глушитель классный. Привет. Я пока учебник взял. Ну, шесть минут. That's not much. Let's be careful. There's a few near. Да, блин. Let's see what we have here. Of course. Yeah, later. Там кто-то должен идти. Да, для улучшения техники еще не есть. В принципе, что можно взять? На нас наступление. Что там за тяжелые, средней техники, тяжелые и легкой. Блин, не хватило мест, что ли? Да ёлки-моталки. Что мне? А, детальки, я понял, сейчас. Я заберу у него все три набора. Мало ли, что понадобится еще. Так. Что это, влияние солить теперь, что ли? Можно, можно у того что-то посмотреть, но тоже не так важно. Вот торговались. Селся бы, на. Пятидесятый калибр не стал брать? Нет, у меня хватает пока. Супероружие. Че, к этому, к обычному?
Давай. Возьмем через базу, возьмем эти. Че ему-то продать можно? О, ты вылетел. Серега, слышишь меня? Блин, все время, походу, интернет. Ладно. Закину пока на базу все, что набрал. Так, я правильно? Да. Закину на базу все, что набрал, и посмотрю, кому же сбросить все-таки навык надо на мощь. Кто у меня более такой подходящий для этого дела. Не, ну классно с таким углом обзора вот так ехать на машине. Прикольно прям. Ты видишь машину чуть сверху, можно увидеть всякие неожиданные появления всяких тварей, которые под колеса любят бросаться. И машину, наверное, надо заправить. Вообще на базе оглядеться, что там происходит у меня. Сейчас значительно прям улучшили все, что у нас на базе есть. Первый день мы прожили 31 день. Круто, да? Круто, круто. Так, давай заправим машину. Домой зайдем лучше на базу и туда будем все делать. Что-то у меня. Да, я так и знал, что у меня не включен этот. Ну, генератор же отключается. Надо постоянно включать. Водичкой тоже затаримся. Тут пока все нормально. Так. И что же нам, кого же нам? Понятно, что... Подожди, у него что? У него поход и ближний бой. Слушайте, ну, может, его и как раз-таки сделать, мощь и ближний бой. Он так справляется, в принципе, да? Как таковой он у нас неплохой тип. Ну, сейчас посмотрим, что лучше кому дать. Каждого по вакцине все-таки оставляю. И, блин, как мы выяснили, дополнительное оружие лучше им не давать для обороны, потому что они начинают троить и стрелять именно с него. Начнем сначала. Марафон фехтования. Ну, вот я вообще прискинул до ловкости, когда фехтование. Ловкость, стойкость. Пускай будет. Кстати, ловкость, стойкость. Ну, пускай. Марафон, стойкость. Вот Брайан у нас может стать сердцеедом мощным. И Рабуко. Брат Сэм. Изучала шитье. Ну, почему не пишешь, что она девушка Брайана? Брат Сэма. Помощница выжила на острове. Помощница шерифа. Так, она уже у нас мощная. То есть, либо я делаю... Ну, Сэм, по-моему, так справляется. Ой, Сэм. Ближний бой, поход. А у этого, получается, защиты вообще нет. Ну, давайте его возьмем. Что это у нас тут наверху делал? А, с 50-го калибра себя хлопил. Не хочу никакие эти калибры, эти тайники, блин, зачищать. Задолбали. Ладно. Стойкость, значит, мы ему дадим и оружие нормально. Еще раз, да? Марафон и стойкость. Все. Значит, марафон мне нафиг не нужен, по сути. В реалиях этой игры. Ну, нужен-то, может, ну, с ближним боем, к примеру, но не так. Сейчас. Откуда у меня столько этих? Так, мне надо доп оружие. Так, доп оружие надо.
Это автоматически, не автомат, не надо. Что-то он, по-моему, тяжелый, а ну-ка. 3 фута. 2,7. 3,5. 3. 5. Нифига себе. Что за вес? 2 фута. 3,5. 1,5. Давайте это тогда что. И лечилки. А, лечилки я взял. Все. Торговаться мы вот этой фигней, короче. Что сюда? Обогреватель можно продать. И чайник, не знаю. Тоже не нужно особо так. Тут? Да. Я уж что, заходить не буду. Я тут сейчас брошу умение. That's gonna come in handy. Завтра опять на работу. Да и мне тоже. Да, я сбросил марафон одному. У другого посмотрел, тоже какая-то фигня у него. Oh, so this is where all the plague zombies hang out. А силу надо кому-то тоже взять. Усталые когти, прикинь, бродячие вот эти обычные. И вообще никто не подойдет. Hey there. I'm here with Red Talon. Фига, вы жесткие типы. Патроны. Да, у них клинок из арматуры. 50-й калибр. Hell yeah. Хорошие торговцы. Фига себе, прежде патронов холодно этому 50-му калибру. Gonna bring trouble. Я, кстати, у них патронов набрал. В следующий раз это положим их мне в это и засчитаю задание на. Ой. Ну да, когда ты будешь в игре, я их когда в этот скину, в склад, тогда он засчитает. Лежат на багажнике. И бензин у них тоже взял, два мешка. I got some stuff to trade. How about it? Sure. Так.
блин, вот эта ночь мне нравится. Хоть естественно как-то. Видно все, едешь. Нифига. Эти выжившие разместили. Ай-яй. Найденный предмет. Две осколочные гранаты нашли. Даже гернауту можно бошку снести. Обвини зомби на базу. Сортир моет и довольный. Так, у меня нет ни одного набора ремонтного. Так, надо кому-то дать же это. That's pretty heavy. If we want to avoid blood plague, we've got to clear all the hearts in town. У меня 50-е. Блин, через 5 секунд начнется, а у меня не все с 50-м, да? Now there's a soul I was hoping to see. We can do this. Stay strong. Что еще можно продать? Нет, 1398, наверное, все-таки я съезжу, возьму не учебник по этой силе. Какие-то лезут и лезут сюда. I'm not sure we can fight so many creeps. Lock and low, motherfuckers, it's time to regulate. Screamer, yo, screamer there. Что-то вождя. That looks like a plague bloater. Такие. Там. Валите от меня. Yo, great work, everyone. You're all goddamn champions. А, ну, блин, в принципе. That is a lot to carry. Такой чунчик продать. Так вот съезжу сейчас. Все-таки я забыл, что у меня кое у кого сила не алло.
Да что вы лезете мне под колеса? Нет у меня ремкомплектов. Надо, кстати, этот поискать группу, которая дает вызов. Уже все закончилось. Блин, чуть не улетел в него. Долбали меня. Take it easy. Так, давай мы тут с тобой уединимся и поторгуем. Yo, wanna trade? All right. Угу. Так, боевая подготовочка, давай. Почему бы и нет? И все, в принципе, на базу. Пару мне одну разбили, гады. Нейтлайт запустил. Что захотел? Никак не не пройдешь. Да я же не тороплюсь ее проходить. Все равно, я так понимаю, долгая игра. Ну да. Это что есть, то есть. Я уже до базы тут доеду, сейчас сохранюсь. Подъезды к базе, блин, завалены всякой фигней, не объехать, ничего не сделать. Под колеса бросаются. Надо будет искать ремкомплекты, блин. Мастерские все объехать. Счастливый обладатель учебника по сбросу навыков будет. Ну, пусть он остается, в принципе, с мощным оружием. Так, и что у нас есть? Ничего. Дробаш опять давать в руки, блин. Ладно, что. Вот у нее сила, да? У кого сила у нас бросила? Ловкость, стойкость. В принципе, не пускай идет. Почему нет ловкость? Ну, хотя ловкость вот... Вот что он сделает с этой ловкостью? Фехтование ему давать. Стойкость, стойкость. Мощь, стойкость, мощь, стойкость. Ну, эти как бы... Пускай так и остаются. Атака, вот, отлично. Марафон, атака. Вот тут бы, конечно, мощь на атаку поменять. Мощь на поход поменять. Поход, стойкость, ближний бой, поход, фехтование, ловкость. Получается, что надо вот этого менять, стойкость.
на фехтование. Или ловкость на ближний бой. Почему бы, кстати, нет? А давайте. Скам будет ближнебойский. Водитель у нас. Так. Смотрите, кто у нас тут что-то был? А ну-ка стой, ну-ка стой, ну-ка стой, ну-ка стой. Что ты сейчас побежишь? Эй, куда ты пошел? Стой. Так, вот, пускай с 50-м калибром бегает. Водитель у нас с мечом, блин. Еще один фехтовальщик с ловкостью. Да здесь задача, вот есть Джонатан, неплохой тип. Тут походов куча, блин, они, но тут, кстати, ей бы мощь, конечно же. Марафон атака. Атака тоже неплохой навык. Поход атака. Мощь атака. Мощь атака, да, лучше вот. Так, ладно. Надо выбрать, кого все-таки. Кому переделать навык. Ловкость, стойкость, ловкость, стойкость. Блин, ну, в принципе, откат. Он кувыркается, да? Это мы сбросил. Мощь, стойкость тоже классно все. Здесь надо мощь докачать. Рабука вообще готова ко всему сейчас у меня. Так, это у нас... Блин, хотелось бы, конечно, его с ближним боем сделать, но у меня есть ближний бой, это Сэм. Вот ему бы мощь сделать вместо похода, кстати. Да, вот ему надо будет скинуть потом мощь. Когда еще раз таинственный бродячий торговец придет к нам. Чтобы он мог спокойно бороться с дикарями, углами, ногами, так скажем. Блин, ну этот у нас... Нет, все-таки, наверное, фехтование, раз у него ловкость есть. Ближний бой, ловкость — хорошее сочетание, но... Я, может быть... Нет, этому я точно мощь дам. Ой. Ему надо мощь давать, скрытность, ближний бой. А этот... Скрытность, ловкость и, наверное, фехтование. Ну, как бы... Фиг знает. Не думаю, что это прям... That's gonna come in handy. Ай. Ловкость фехтования или ловкость в ближнем бое? Ловкость в ближнем бое просто красиво. Красивые приемы будут исполнять. Но раз он уже с мечом в руках, я думаю, это его призвание. Будет у нас фехтовальщик мощный. Че ты не смотришь? Да, будешь фехтовальщиком. Водитель фехтовальщик. Ну, это как нельзя, дед. Так что пусть так и будет. Давайте его сразу возьму, чтобы на дальней поездке все дела. Опять же, на какие-то вот зачистки сердец он уже не пойдет. Ну, как бы как вспомогательный, но в основном там я, допустим, бью. Давайте наделаем сразу. В следующий раз этого не делать. Наделаем мы. Медикаментов у нас хватает. Все остальное, что с ними связано, нам нужно... Блин, у нас мало, кстати, этого топлива. Мы наделаем сейчас энергиосов. Две еды стоит раз. И 20. Наверное, 30. А тиховарка, типа же тиховарка же, да? Она одну еду стоит. Ну, блин, пока боевой дух не сильно прям. Вот сейчас вот это пройдет, у меня боевой дух еще поднимется. Боевым духом все в порядке. Ребята мои в порядке. В принципе, 9 человек, выживших на базе пожарной части. Ну что ж, сегодня, я думаю, можно завершиться. Неплохо мы сегодня побились. Напомню, мы зачистили вот этот район. Нужно сейчас на следующем стриме просто проехать, собрать урожай, как говорится, сердец. Построить вот здесь аванпост. Облутать вот эту всю местность. Почему я страйкер хотел не здесь ставить, а вот здесь? Ну, это ближе. Во-первых, вот эти все дома зачистятся. Вот эти вот и вот этот. Зомби-ветераны присоединения? Че, серьезно?
Давайте в следующий раз мы об этом подумаем. Так что нам 4 сердца нужно будет забрать. Лут из них. И зачистить район в плане лута. Тут есть неплохие вот автомастерская, кстати, есть, где можно найти будет нам ремкомплекты при соединении. Ну, давайте на следующем стриме уже попробуем. Присоединитесь, это задание не исчезнет. Все, в принципе, я успел взять, что хотел. Еще надо пару, наверное, учебников по сбросу выносливости. И все. Можно сказать, что группа укомплектована. Для красоты я, конечно, взял бы ближний бой и ловкость. Интересно. Сочетание, кстати. Но мощь и ближний бой все-таки лучше сочетаются. Надо этому Сэму сбросить этот поход его на мощь. Чтобы можно было и дикарей бить, и столпами бороться. Ну, не столпами, с один... Ну, на средней ближней дистанции с чуваками, короче, зомбирами. Все, зомби. Что у нас, кстати, минус 2 еды в день, медикаменты и боеприпасы в плюсе, материалы минус 2, топливо 0. Ну, отлично, все, в принципе, неплохо. Ну что ж, всем спасибо сегодня за поддержку, за лайки, комментарии, за общение в чате. Всем пока и увидимся на следующем стриме.